Лена-то? Лена! Вон идет Лена. Дима, проводи ее сюда. Да, я уже встречаю эту девушку. Вы Лена? Да. Вы знаете, о чем идет речь сейчас, что будет вообще происходить? Дело в том, что ваш молодой человек отвалил кучу бабок своим любимым гонщикам для того, чтобы они вас сейчас прокатили. Итак, ну давайте в серединочку выйдем. Я даже думаю, можно наступить на логотип наших партнеров. Компания «Автотрофи». Я очень дорожу тобой. Очень тебя люблю. Я хочу быть с тобой, жить с тобой. И я думаю, у нас будет отличная семья. Любимая, ты выйдешь за меня замуж? Федя, тормози! Не мешай! Не мешай! Так, Леночка, что ты сказала, никто не услышал? Конечно, да! Аплодисменты молодой будущей семье! Действительно смелый поступок сделать предложение среди многотысячной толпы. Ну а мы рады, что РДС становится, скажем так, соучастником еще одной семьи. Мы дарим радость людям от слова РДС. Поздравляю еще раз Андрея и Лену. Дату свадьбы потом сообщите в нашей группе.